Всем привет, YouTube, привет. Вот дали мне потестить инструмент сатовский. Здесь 12 крючочков. Я, в принципе, потом поработал вот на этом автомобильчике. Поковырял вмятинки вот тут на крыше, на капоте, ну и так далее. Это, так сказать, машина приехала со своим инструментом. Вот. И вот эти крючочки, это... Кстати, их продают. Вот такие вот и силовые есть здесь, и китовые хвостики. Но, как видно, они еще даже вот не распакованные тут есть. Попробуем, потестим вот эти крючочки, как они себя ведут. Вот тут, если обратить внимание, ручка вот так как бы не совсем перпендикулярно стоит, это для удобства работы. Вот. Мелочь вроде бы, но я думаю, это своего рода, так сказать, правильное расположение. Ну, и в этом придется убедиться еще раз. Вот он, маленький хвостик тоже, и вот такой. Вот такой наборчик. Я ими всеми, надеюсь, поковыряю здесь, поработаю, потому что у нас тут есть и под усилителями. Сейчас я зажгу. Вот я вспышечку зажег. Посмотрим, как тут сделано. Вот тут даже шумоизоляция у нас на потолке есть. По идее, заход здесь должен быть небольшой. Вот, ну или через вот эти вот. Вот так выглядит крыша на этом автомобиле. Вот. Сзади прям мощненько сделано. Почему? Потому что здесь вот у нас такая дверь стоит откидная, поэтому здесь вот так помощнее сделали. А усилитель, собственно, один такой здесь на стойке. И здесь он практически намертво. Вот, заделан, туда вряд ли чего удастся засунуть. Почему? Потому что там практически сделано с той стороны ничего. А здесь вот зазор есть. Ну, видимо. А с той стороны что-то он как-то неправильно лежит практически. Вот мы видим, что приклеен на века. Ну, с этим еще предстоит разбираться. Ну что ж, вот они крючки, вот она машина. Ну вот, начнем с первого крючка. У меня тоже таких парочка есть. Ну, здесь вот ручки, они потолще. У меня, ну, для сравнения, вот с такими ручками, я могу показать, но потом покажу. Вот он первый такой мощный у нас крючочек. Значит, чего? Начинаем с того, что ручка здесь длиной 14 сантиметров. Диаметр у нее прям приличный. 25 где-то. Поехали дальше. Значит, вот эта длина сюда у нас 43, первый загиб длина 12 и окончание 5. Здесь окончание выполнено вот такой вот шариком формочка. Вот, ну я так понимаю, что для работы на подвесе очень даже хороший серьезный крючок. Вот мы его откладываем сюда. Поехали дальше. Такой же крючочек, уже диаметром поменьше. Ну, я буду проходить все сразу. Значит, диаметр 25 ручек. Длина 14. Значит, я меряю от основания. Здесь у нас 48. И здесь у нас 12. Вот такой он немножко на конус сделанный. Вот такая форма у него здесь. И здесь вот такой он округленький. Вот этот, конечно, крючок менее как бы сильный в плане того, что здесь. Вот, но у него другие задачи. Поехали дальше. Вот это ломик, так сказать, тоже силовой. Вот. Начинаем с того, что длина ручки такая же у нас 14, диаметр тоже
Здесь у нас 25. Длина до загиба у нас 73. Сам загиб у нас 5. Диаметр этого ломика у нас 12. Да, 12. Ну и основание вот такое сделано под конус. И вот таким как бы кругличком шариком. Ну из вот этих всех трех крючков он самый длинный и самый мощный. Во-первых, по диаметру, по длине и так далее. Дальше. Вот такой интересный крючочек. Тонюсенький. Вот форма у него напоминает вот такой загибчик. Здесь он тоже вот таким как бы заточка вот такая у него. Немножко он так сплющенный здесь окончание. Вот. Естественно, что он гнется и он возвращается. Есть здесь хорошая сталь. Начнем с того, что здесь уже на нем ручка у нас диаметром 20 мм. Длина ручки у нас 12 мм. Длина крючочка, значит, до загиба составляет 64. Сам загибчик у нас 25 миллиметров, 2,5 сантиметра. Ну это не силовой, как вы понимаете, это куда-то в неудобные места залазить. Опять же покажу, вот он гнется и опять возвращается. Дальше следующий вот такой вот хитренький крючочек. Он у нас неровный, тут несколько загибов. Вот. Начинаем по порядку. Диаметр ручки 20. Длина ручки 14. Вот он с двумя загибами. До первого загиба у нас 24. Вот дальше 10 и 3,5. Значит, диаметр этого крючочка у нас 6. Вот. И здесь он плавно, вот загиб начинается отсюда, и плавно-плавно уходит как бы сплющенный. Здесь у него ширшина 6, толщина 3. И вот такое вот основание у него, окончание, то есть. Так, переходим дальше. Вот такие у нас крючочки здесь. Ну, начнем с чего? С китят. Наверное, с самого маленького. Вот он тоже. Что у него, значит, получается? 20. Здесь у нас длина 12. Ширина его 5. Толщина 3,5, ширина окончания 12. Здесь оно сделано так, вот с нижней части вот такая выборка, вот как заточка, сверху он ровненький. Вот такой крючочек, ковырялочка, предстоит поработать, и тоже интересно будет. Дальше, следующий китовый хвостик у нас тоже. Диаметр, как мы видим, ручка поменьше. Диаметр здесь у нас 20. Длина ручки у нас 12. Толщина 3,5. Ширина. Ширина у нас 7. Здесь то же самое, вот такая заточечка, но это видно характерно, так сказать, для крючков этой серии, вот такая заточка. И ширина окончания, сам хвостик у нас 19. Длина сейчас померяем. Длина у нас получается 38. Откладываем вот так аккуратненько. Следующий у нас вот такой длинный китовый хвостик. То же самое, как мы видим,
сгинается, распрямляется туда же. Тут ручка уже серьезная. Вот кому интересно, тут даже есть наименование. Можно посмотреть, но ссылки под видео будут на эти крючочки. Значит, что? Начнем с того, что тут диаметр ручки у нас 25. Длина 14,5. Толщина крючка 3,2. Ширина у нас 7,5. Окончание то же самое. Здесь вот такая выборка. Он как под ножик сделан. У нас здесь получается 31,5 ширина. Вот так. Че, бобик сдох? Может, он на зарядку подставить? А сколько там? 15. Нормально, поехали дальше. Без вспышки? Да, можно без вспышки, да. Включай. Включено. Тут у нас аккумулятор садится. Вот такой еще крючочек есть. То же самое. Здесь что у нас? 20 диаметр. 12 длина. Здесь длина 9 сантиметров. Ну, он тут кругленький и как сплющенный. Значит, диаметр 6 миллиметров. Ну, он так и уходит. Вот такая формочка его. Так, следующим номером нашей программы. Вот они, три крючочка. Они все примерно одинаковые. Вот, просто они вот так сделаны у нас. Левый, правый, правый, левый. Ну и вот такой более короткий. То же самое. Длина, значит, 115 ручки. Диаметр у нас 20. Длина 14,5. И вылет у нас 25 миллиметров. Ну и тоже он немножко сплющен или заточен, кому как больше нравится. Вот такая у него формочка, округленькая. Это этот. Эти у нас левый, правый, правый, левый. Так что, значит, 20 диаметр. Длина 12. Пруток у нас 4,5 миллиметра. Длина у них получается 39. И вылет 25. Ну, то же самое. Формочка вот такая вот. Немножко то ли заточенная, то ли приплющенная. Вот и все. Вот такой вот наборчик крючков приехал с машинкой. Осветили его, так сказать. Его технические параметры. Ну, а поковырявшись, можно будет сказать, как мне понравилось. Лично мое мнение, понравилось, не понравилось. Как мне работалось. Вот, пока что еще рано говорить. Вот поработал, поковырял машинку, вот, можно будет что-то сказать. А пока что, ну, ссылочки я выложу под низом. Да, в принципе, я думаю, все, кто занимается беспокраской, или знают, или имеют такой инструмент, ну, и опять же, можно в ЦАТе посмотреть на эти крючочки. Вот и все, собственно, все. Спасибо за внимание. Пока-пока.